Приветствую вас. Функционально ваша проблема в том, что вы смешиваете очень сильно профессионально и лично. А функционально ваша проблема в том, что выбирая творческий вид деятельности, вы рассчитываете на какой-то конкретный результат. А это функционально. В этом проблема. Несколько более глобально, это то, что вы склонны сомневаться в своей собственной ценности, раз. То, что вы не очень хорошо расставили себе свои приоритеты, приоритеты своей важности, два. То, что вы склонны к обидам, как один из коллег сказал, это три. Собственно, те вопросы, которые вы задаете, они про вас. Про то, что вы себя не цените. Про то, что вы не отдаете себе отчет в том, ради чего вы это все делаете. Зачем? Если ради денег одно, если ради возможности творить другое, если еще по какой-то причине, то третье, четвертое и так далее. Вот. А вас также задевают какие-то вещи. Что важно, именно задевают. То есть именно вас задевают какие-то определенные вещи, Алена. Важно понимать, как именно. Вот. Потому совершенно очевидно, что в первую очередь необходимо, чтобы вы разобрались в себе и уже после этого вы стали бы выступать в отношениях, профессиональных отношениях, более цельной фигурой. Так это мне видится. Сейчас глобально создается такое впечатление, что вы хотите как будто бы признание получить, одобрение заслужить у людей. Понимаете, какая штука. Вот, ну это я соглашусь с коллегами в том, что это проблема вашего прошлого. Вот. И с этим нужно работать. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос. То есть вы изначально ставите себе немножко, ну, не те задачи. И изначально приходите немножко не к тем результатам, потому что не определились с тем, чего хотите, ради чего работаете. А работу вы выбрали творческую, там, где, в общем-то, субъективный взгляд конкретного человека очень важен. И можно очень долго работать над тем, чтобы добиться результатов. Вот. Понимаете? Вот, как бы,
была когда-то передача про то, как работает студия, дизайнерская студия Артёма Лебедева. Вот, и там показывался процесс, как происходит процесс создания дизайна, да, вот, что очень много людей обсуждает, там что-то добавляют и так далее. Вот, поэтому это нормально, что вашу работу переделывают. Творческий процесс, он, в общем-то, так и обстоит. Но вот это задевает, значит, либо вы не творческий человек, либо прежде чем заниматься этим, необходимо все-таки поработать над собой, чтобы какие-то вещи вас не задевали. Иначе очень много вещей вы будете воспринимать. Я бы сказал, негативно, к сожалению. Вот. Вот то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам самого доброго всего. Я желаю вам решить ваши проблемы, какими бы они ни были, с чем бы они были не связаны. Вот. Но я желаю вам также, что важно, задавать, ну, наверное, правильный вопрос сейчас, на данный момент я вынужден констатировать тот факт, что вопрос вы задаете не совсем правильно. То есть эти вопросы, ну, не несут вам ничего хорошего, к сожалению. И мне бы не хотелось, чтобы вы тратили на это свое время. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь, если появится такое желание.